На открытой сессии Совета Ильского городского поселения Николай Головко официально вступил в должность главы. Во время минувших выборов избиратели в очередной раз отдали ему наибольшее количество голосов – свыше 80%. Мы живем ради жителей, избирателей городского поселения и на благо Северского района. Вручаю вам вот это удостоверение. За долгие годы своего пребывания в должности главы поселения Николай Головко успел зарекомендовать себя хорошим хозяйственником, человеком чутким и внимательным к нуждам и чаяниям ильчан. Дорогие мои земляки, разрешите вас поблагодарить за то, что вы оказали мне доверие работать с вами дальше. Каждой семье здоровья, счастья, благополучия. Искренне ваш Николай Головко.